Всем добрый вечер. Как меня слышно, как меня видно? Подпишитесь, пожалуйста, в чат. Отлично. Рад приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре. Сегодня мы будем проходить, сегодня я дам вам вводную про то, что такое алгоритмы, что такое структуры данных, как они используются в реальном мире, до какого уровня необходимо подниматься. И, в общем, рассмотрим все касающиеся вопросы. Сразу скажу небольшой дисклеймер. Сегодня материал будет достаточно простой, поэтому какие-то моменты, какие-то вещи я облегчил, чтобы понимание было гораздо проще. Так, минутку. Итак, вкратце представлюсь для тех, кто видит меня первый раз. Зовут меня Али, я из Казахстана, имею 4 года опыта разработки. Вошел в IT как полный самоучка. Естественно, как и все, наверное, троечники, я учился плохо в универе, не знал ни математику, ни алгоритмы. Но в дальнейшем, в ходе своего пути развития, все говорят о том, что, алгоритмы у нас есть, а они нужны нам, не нужны. Вроде как кто-то спрашивает, и вроде как кто-то говорит, что это надо. В общем, я решил все это изучить, и поэтому у меня есть некое такое сравнение моего профессионального пути, что в какой-то момент я этого ничего не знал, а потом я решил, что давайте-ка я попробую изучу, и, может быть, мне это даст какие-то в дальнейшем бонусы, и, может быть, куда-то что-то я начну больше получать зарплату. Окей, агенда на сегодня. Как я уже говорил, то, что мы будем проходить алгоритмы, что это такое, для чего это надо, как мы их применяем, что такое структуры данных, какие они есть, какие нужно изучать. Также мы поговорим о том, как проходят алгоритмические сессии на собеседованиях, как развиваться, и порешаем парочку задач, приведу пару примеров. И отсюда все-таки начинается первый вопрос, а нам точно вообще нужно алгоритмические задачи, это все нам учить, потому что это вроде как очень близко как-то к науке и не совсем применимое на практике. Это да, это тоже правда, потому что все эти алгоритмические задачи, они на самом деле подразделяются на разные категории, и какие-то из них, они очень научные, очень сильно связаны с математикой, такие задачи, конечно же, вам решать не надо. Вам необходимо решать, будет желательно, прорешать какие-то такие задачи, которые наиболее похожи или будут чаще всего встречаться у вас на работе. То есть, если вы рассмотрите какие-то задачи легкого уровня, то, скорее всего, это будет плюс-минус очень сильно похоже на то, что вы будете делать в вашей реальной работе. Во-вторых, такой главный плюс, который стоит, наверное, отметить, это все-таки практика, если вы начинающий специалист. Очень частая ситуация, насколько я знаю, то, что люди занимаются после работы, поэтому решение таких задач может дать вам дополнительный такой практический навык. Почему? Потому что если вы будете начинать развивать какой-то проект, это может быть ваш какой-то pet project или еще что-то, у вас, разумеется, будут проблемы, связанные с тем, что надо Java запустить, а у нас есть Java 8, у нас есть Java 11, а мне еще нужно как-то поднять сервер, какие-то проблемы с моим редактором, и это все сложности, поэтому, но алгоритмические задачи позволяют вам уйти от таких проблем и решать уже и нарабатывать ваши навыки, достаточно иметь просто браузеры, или вы даже можете с телефона начинать программировать и как-то развивать ваши навыки. Решая такие задачи, очень важно еще не только концентрироваться на самой задаче, а именно делать ее понятной и так, чтобы другие люди, читая ваш код, могли уже примерно понимать действия вашего алгоритма. Ну и, наверное, третий наиболее важный пункт. Такие задачки очень часто спрашивают на собеседованиях. Уровень и сложность задачи, это зависит уже от компании, то есть как минимум вас попросят написать, скорее всего, что-то пузырек или простенькую задачу, чтобы посмотреть, как вы пишете код. Поэтому немного попрактиковаться даст вам очень большой плюс перед остальными кандидатами. И тут встает опять-таки такой вопрос, а сколько задач мне нужно решить и что мне это все даст. 50 задач, если вы решите, примерный набросок, то, что это 5 легких задач, 35 задач это какого-то среднего уровня и 5 задач прям очень хардовых, очень сложных, где нужно прям разбираться с какими-то очень сложными вещами, то это вам даст очень хороший, уверенный уровень решения таких задач. Поэтому, когда вы придете в какую-то компанию аутсорсинговую, например, вас обязательно попросят что-то написать, и у вас вы уже сможете уверенно их написать. У вас уже будет навык работы не только в VDA, да, где у вас уже все подсвечивается, у вас все классно, у вас все круто, а также опыт работы именно там такие задачи, как правило, необходимо писать на листке бумаги. Вот, и это прорешивание 50 задач вам достаточно даст хороший бонус прохождения собеседований. Вот 100 задач – это уже очень серьезный уровень. Вы можете пробоваться в какие-то продуктовые компании, очень такие, скажем, от 500 до 1000 сотрудников. Вот. Как правило, они обязательно будут вести какую-то алгоритмическую сессию. Вот. И приблизительный план, то, что вы должны прорешать 10 простых задач, 80 задач среднего уровня и 10 задач очень такого какого-то сложного. Вот. Если вы прорешиваете 200 и более задач, то это уже уровень у вас идет, вы можете спокойно пробоваться и пытаться в компании уровня FANG. FANG расшифровывается это как Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Но помимо этого в эту же аббревиатуру вкладывают такие компании, как Uber, Booking, там, Citadel и все остальные крупные технологические компании. Вот, и говоря про эти вот алгоритмические сессии, как они проходят. Проходят они следующим образом, то что вам дают какую-то задачу, и вот эта задача, уровень и сложность этой задачи, она может очень сильно разниться от собеседующего к собеседующему. То есть, в принципе, интервью – это такой процесс, где очень высокий человеческий фактор. Некоторые люди могут вам дать очень сложную задачу, которую, в принципе, непонятно, как решать, но некоторые все-таки дают такую задачу, над которой можно поразмышлять, у которой есть много подводных камней, и такие задачи, мне кажется, они более лучше подходят на проверку навыков кандидата. Вот. И что нужно делать, какой алгоритм у нас идет, когда мы начинаем решать такие задачи? То есть в первую очередь вам дали задачу, вы ее прочитали, и вы должны уточнить у вашего интервьюера то, что вы правильно поняли задачу. А второе ваше действие – то, что вы должны прикинуть, какие восходные данные могут быть, какие-то угловые случаи, возможно. И вот это вот все уже необходимо будет расписать. Четвертым пунктом вы начинаете уже размышлять о том, как можно эту задачу решить. И здесь нужно предоставить весь спектр решений, которые вы только можете придумать. От простого брутфорса до каких-то навороченных алгоритмов, там, не знаю, binary search или что-нибудь похожее. Вот, пятым шагом вы пишете какой-то псевдокод и, в общем, размечаете, как будет выглядеть ваша программа. И шестым этапом вы начинаете писать код. Что здесь важно учитывать и что здесь важно знать? То, что интервьюер, да, он, скорее всего, уже не первый кандидат, кому дает эту задачу, но очень важно, чтобы на всех этапах вы были на одной волне вместе с тем человеком, который вас собеседует. Потому что очень часто бывает так, что человек начинает думать, и непонятно, о чем он думает, непонятно, где он застрял. Но когда вы начинаете мыслить вслух, во-первых, вы показываете ход ваших мыслей, во-вторых, если вы где-то встрянете, то интервьюер может вам помочь, где-то может подсказать, где-то может заранее сказать о том, что у вас есть какие-то в будущем подводные камни, которые необходимо будет учитывать. Вот. Это вот все нам даст то, что мы покажем нашему интервьюеру, как мы мыслим. Но просто решить задачу молча и ничего не рассказывая, это совершенно бесполезно. А во-вторых, в таких собеседованиях, как правило, вас даже не попросят запустить эту программу. Очень-очень редко. В каких компаниях прям просят запустить, чтобы эта программа была компилируемой. Вот, как правило, просто просят написать какой-то код, который должен быть логически, скажем, при проходе человеческим взглядом должен быть рабочим. Так, дальше. Что у нас еще? Да, все, ничего. И отсюда встает вопрос. Окей, мы определились с тем, что у нас есть компании, которые у нас это спрашивают. Не до конца понятно, действительно ли это нам нужно, но тем не менее они начинают это спрашивать. Вот. И как мы начинаем входить в понимание алгоритмов и как-то, в общем-то, повышать свой навык решения этих задач. То, что в первую очередь вам необходимо разобраться с теорией. А теории немного, как правило, вам хватит недели, чтобы понять все подходы, все, что есть касательно алгоритмов. Здесь, разумеется, захочется взять какую-то книгу, где будет все написано, будет все понятно, но такого, к сожалению, такого подхода нету. Самый банальный алгоритм того, как нужно прокачивать себе навык решения таких задач, это вы берете какую-то задачу, пытаетесь ее решать, у вас, возможно, получится, возможно, не получится. Если получится, это круто. Если не получилось, то смотрите решения, смотрите, какие решения вообще возможны касательно этой задачи, и уже с учетом этих знаний решаете эту задачу снова. Далее берете какую-то похожую задачу и так вот на протяжении сотни или 100 или 150 раз. Вот, к сожалению, никакая книга, никакой интернет-ресурс вам в этом особо помочь не сможет. К счастью, есть очень много англоязычных и русскоязычных каналов, где вы можете рассмотреть решение всех популярных задач, и уже на базе этого знания, на базе тех подходов, которые применяются там, решать какие-то задачи, которые вам в дальнейшем будут попадаться. Так, да, на самом деле я очень быстро, мне кажется, прошелся по всему этому. Может, у вас есть какие-то вопросы, да, задавайте их в чат, и я буду отвечать. Так, ну хорошо, ребята, у нас еще в конце будет еще одна секция вопросов, где вы можете сможете задать свои вопросы. Вот, окей, ну хорошо, мы разобрались с тем, что нам вроде как нужны алгоритмы. Давайте определимся с тем, что же такое алгоритм. Алгоритм – это набор инструкций для компьютера, пошаговый набор инструкций, который помогает нам решить ту или иную задачу. И помимо того, что алгоритмы есть в компьютере, алгоритмы также есть у нас и дома. То есть банальный пример алгоритма, например, я хочу заварить чай. То есть мой алгоритм – это будет наполнить чайник водой, а далее поставить его кипятиться. Как только он отключится, я наливаю чай, кладу пакетик гринфилд, жду 2 минуты, и вот мой чай готов. Вот банальный пример алгоритма в реальной жизни. Перед тем, как мы начнем изучать, что такое алгоритмы? Вот 100% вопрос, который будет практически на всех собеседованиях, это вас спросят, что такое сложность алгоритма. Сложность алгоритма – это такая математическая функция, которая позволяет определить, насколько будет сложный ваш алгоритм. Вкратце, вот давайте на примере рассмотрим. У нас есть простой алгоритм, который на вход мы даем ему набор, массив из 10 элементов, и его задача посчитать сумму всех элементов, которые находятся в массиве. Сложность этого алгоритма будет O1. Почему O1? Потому что у нас константный набор входных данных, и, в общем-то, запустив это один раз, мы, скажем, запускаем это на моем компьютере, я смотрю, что эта программа выполняется за 3 секунды, и потом с уверенностью 95% я могу сказать, что через 10 часов, если мы запустим эту программу снова, то она приблизительно также займет у меня 3 секунды. Это и есть наша сложность, которая называется O1. Дальше у нас идет линейная сложность. Линейная сложность, она у нас появляется тогда, когда у нас количество входных данных становится непонятно. То есть, в принципе, мы уже начинаем зависеть от того, что нам дают. Я здесь пометил то, что вместо при создании массива у нас уже здесь нет у кого-то константного списка, у нас здесь 3 точки, что значит, что мы получаем эти данные откуда-то там. Вот. И это все у нас занимает сложность ON. Что это значит? То, что я даю ему 10 элементов, он там выполняется за 3 секунды, я ему дам 1000 элементов, он выполнится там за 30 секунд, да, условно. Вот. Ну и примерно, исходя из этого, мы можем предположить, сколько занимает время выполнения нашего алгоритма. То есть если мы дадим… Давайте предположим, что одна операция у нас занимает там 0 целых… Вот, в общем-то, такое вот количество времени. И при 10 элементах мы будем иметь такую сложность, а когда мы на вход дадим 60 элементов, у нас будет занимать 0 целых… В общем, вот такую вот большую цифру. Вот, помимо того, что у нас линейная сложность есть, у нас есть сложность n квадрат, n куб, n в 5 степени, 2 в какой-то n степени и 3 в n степени. Эти сложности, их очень много, и они очень разные, и, в принципе, описать, какое время описать сложность работы нашего алгоритма, достаточно непростая задача, достаточно сложная, но в этом курсе, опять-таки, это начинающий, поэтому будем рассматривать только две. N-квадрат, для понимания, это когда у вас идет цикл в цикле. То есть если цикл в цикле, то вы можете сразу уверенно сказать о том, что у вас сложность n-квадрат. N-куб, n в пятой степени, 2 в n степени и 3 в n степени. Здесь такая сложность, в принципе, недопустима, мне кажется, для наших продакшн-кейсов, потому что, ну, если у вас код работает настолько долго, и у вас будет там, на входе как минимум 10 тысяч элементов, то это займет часа 3-4, а это слишком дорого. Вот, поэтому у нас это все занимается. Давайте попробую привести вам пример, когда это может пригодиться в реальной жизни. Например, мы создали наше приложение, начали его разрабатывать, у нас появилась база данных. В этой базе данных у нас уже есть какая-то структура нашей таблицы, мы отрабатываем кода 2, и в дальнейшем мы понимаем, что в нашей базе данных что-то не хватает, что-то нам нужно поменять. Вот, поэтому мы начинаем наши данные как-то видоизменять, а потом в дальнейшем заново сохранять. Весь этот процесс называется миграцией. Вот. И чтобы понимать, сколько приблизительно занимает вот этот весь процесс миграции, потому что нам очень важно оценить, сколько он займет времени. Иначе, почему это важно? Потому что в это время наше приложение будет недоступно. Поэтому желательно будет подобрать такой вариант и промежуток времени, когда, скажем, ночью начать и понимать о том, что хотя бы к 6 утра у нас миграция вся закончится. Вот. Понимая сложность алгоритмов, мы можем приблизительно, скажем, прогнав эту миграцию на наших тестовых серверах, мы в будущем уже будем понимать, сколько это времени займет на реальной площадке. Вот для этого и необходимо знать, что такое сложность алгоритма. Вот. Касательно того, насколько это применяется на практике, скажу вам так, очень-очень редко. Потому что вот такая вот сложность, сейчас, способ такой вот именно математической оценки, он возник не из-за того, что мы имеем разные компьютеры. Потому что, вот, например, у меня сейчас MacBook, он там, запуск какой-то программы занимает 10 минут. Я иду там на другой компьютер, запуск той же программы занимает уже 20 минут. Поэтому такая вот архитектурная разница не дает нам возможность точно определить, сколько времени займет выполнение и как алгоритм отработает на разных операционных системах. А на практике мы имеем то, что, как правило, все операционные системы, все компьютеры, они, как правило, между собой плюс-минус очень сильно похожи. Поэтому влияние операционной системы на выполнение нашего алгоритма очень-очень маленькая, и запустив один раз здесь, я могу с уверенностью сказать, что это плюс-минус займет то же время и на другом компьютере. Вот, поэтому это важно знать, это нужно понимать, но прям в дебри уходить тоже не стоит. Окей, разобрались мы с тем, что такое у нас алгоритм, как его оценивать. Второй наш топик, который мы хотели бы сегодня обсудить, это что такое у нас структура данных. Структура данных – это… Структура данных – это у нас такая структура, которая наиболее оптимальна в нашем случае. Давайте рассмотрим на примере, не говоря уже о каких-то нудных терминологиях. Банальный пример структуры данных – это у нас одномерный массив или двумерный массив. Наверняка вы уже с этим знакомы. То есть одномерный массив у нас это, хранит в себе данные в одном измерении. Так, у нас. Да, спасибо, Игорь. Ой, Игорь, наверняка я где-то ошибся в расчетах. Ну, в общем, там… Сейчас. Здесь, ребят, на самом деле не важно, сколько точно… То есть это всего лишь примеры. Вот, и да, возможно, здесь я ошибся в расчетах немножко. Но, в общем, смысл в том, что мы, зная, сколько занимает наша одна операция, мы можем предположить, сколько это займет в общем выполнением при сложности ОН. Да, вот у нас есть одномерные массивы, у нас есть двумерные массивы. Одномерные и двумерные массивы есть практически во всех языках. Да, спасибо, Игорь. Ребят, обратите внимание на то, что в предыдущем слайде у нас была небольшая ошибка в формуле. Одномерные и двумерные массивы есть практически во всех языках, и это такая структура данных, которая позволяет нам, то есть одно из преимуществ массива, это то, что мы можем по индексу за время O1, за константное время обратиться к какому-то элементу. Вот, что мы не можем сказать о связанном списке. Что такое связанный список? Связанный список – это такой тип данных, где один элемент ссылается на другой элемент. И связанный список может быть двух видов. Он может быть односвязанный, то есть это вот как в нашем первом случае, то, что у нас есть некая голова, а голова ссылается на следующий элемент, этот ссылается на следующий элемент, и так вот идет вот n количество раз. Когда мы доходим до последнего элемента, мы просто ссылаемся на null, и доходя до null, мы можем говорить о том, что наша структура данных закончилась. Есть также двусвязанный список, это говорит о том, что наш объект имеет ссылку на следующий элемент, и есть у него ссылка на предыдущий элемент. Как правило, в продакшн-коде чаще всего используется linked list, потому что это недорого, а используя односвязанный список, мы выпускаем возможность обратиться к предыдущим элементам. То есть в нашем случае здесь наша голова, она не будет иметь предыдущего элемента, а наш хост не будет иметь следующего элемента. Таким образом, мы можем понимать, где у нас находится голова, а где у нас находится хост нашего linked листа. Так, здесь давайте небольшую паузу, наверное, сделаем. Всем по массивам, по linked листам, то есть по связанным спискам все понятно. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, вам хочется остановиться или что-то поподробнее где-то рассказать. Так, отлично. Ну, если что, пишите. Вот вижу. Нет, ребят, здесь нету. Ну да, здесь у нас, то есть, идет цикличный список, то, что у нас следующий ссылается на предыдущий. Ой, то есть на… Сейчас. То, что у нас последний элемент, он ссылается на нашу голову, таким образом образуя замкнутый список. Да, ребят, давайте, конечно, если не очень понятно, давайте поподробнее остановимся на них. Так, да, хорошо, конечно. Давайте еще раз и поподробнее остановимся. То есть есть у нас массивы. Массивы позволяют нам хранить какое-то константное количество данных. То есть мы можем, когда при создании массива в любом языке мы говорим, вот у нас… Мы хотим создать массив, и этот массив будет на 10 элементов. В дальнейшем этот массив, чтобы добавить, скажем, 11 элемент, нам что придется сделать? Нам придется создать новый массив из 11 элементов, перетащить все, что было в предыдущем массиве, в новый массив и добавить еще один элемент. Это достаточно дорогостоящая операция, и не всегда хотелось бы так делать. А что нам делать в ситуации, когда мы хотим добавить, то есть хотим бесконечно добавлять, и мы не знаем, когда у нас придет, то есть не знаем точное количество элементов, которые у нас есть. Но при этом мы хотим экономить по памяти. Что мы делаем в этот момент? В этот момент мы можем использовать linked list. Linked list – это объект, он имеет в себе ссылку на следующий элемент, и он имеет в себе ссылку на предыдущий элемент. Таким образом, чтобы добавить новый элемент в linked list, нам достаточно создать новый объект и с хвоста сослаться вот на этот новый элемент. Таким образом, ну, как наш хост уже будет вот, элемент, который мы добавили. Сейчас стало попонятнее. На самом деле я могу сейчас прям на практике показать, как создается у нас linked list. Можно такой вопрос? Кто на каком языке программирует и понятен ли вам язык Java? Python, да, JS, JavaScript. Да, ребят, спасибо, что подписались. На самом деле, сегодня мы будем использовать банальные конструкции языка, то есть примитивные конструкции, и какого-то серьезного знания языка от вас не требуется. Вот. Ну, давайте я попробую показать пример, а там как попробую. Так, расскажите, пожалуйста, как вам виден код? Все понятно, все видно, все читаемо. То есть, на самом деле, здесь не важно. Все, отлично. Давайте попробуем написать сейчас свой какой-то банальный linked list и попробуем что-то с ним поделать. Вот для этого создаем... То есть, да, linked list, ребят, это просто на английском, это связанный список. Что для этого нам нужно? Так, давайте немножко заодно поговорим про Java и расскажу вам, что значит здесь все. Значит, public static void main – это главный метод, откуда просто начинает выполнение всей нашей программы. Вот класс говорит о том, что это класс, наверняка вам термин класс знаком, есть во всех языках, поэтому это то же самое, что и в Python. Вот, для управления linked листом нам понадобится какой-то объект. Давайте назовем класс, один класс, назовем его node. Вот. Наша нода будет хранить какое-то значение, то есть давайте это будет просто целочисленный какой-то тип данных. Integer – это да, целочисленный тип данных, который хранит от 2 минус… В общем, он достаточно большой диапазон данных хранит. Вот, и здесь лишь для примера нам подойдет. Что здесь значит ссылается на следующий элемент и ссылается на предыдущий элемент? То есть здесь, по сути, происходит вот так вот. То есть node, next, и node, previous. Вот, по сути, вот он у нас есть linked list. Да, не навороченный, то есть это самый банальный пример linked листа. Давайте рассмотрим, как его использовать. Для удобства создадим у нас конструктор и попробуем его как-то создать парочку объектов. Объект 2 и объект 3. Вот на данный момент эти три ноды, они никак между собой не связаны. Поэтому они никак не образуют между собой linked list. Это просто три отдельных объекта, которые никак друг от друга не зависят. Что нам нужно сделать, чтобы эти три объекта образовали какой-то linked list? Нам нужно то, чтобы, как я уже говорил, то, что мы должны сослаться на следующий элемент, то есть как это получается? Есть у нас первая нода, есть вторая нода, есть третья нода. Получается, первая нода ссылается на вторую ноду, вторая нода как на предыдущий элемент у него является первая нода, и следующий элемент у него является третья нода. И следующий элемент третьей ноды является null, то есть на этом у нас linked list заканчивается, а предыдущий элемент является вторая нода. И как это сделать? Да, ну, на самом деле очень просто. Говорим node 1 next равен node 2. В дальнейшем, то есть таким образом мы сказали то, что после ноды 1 идет вторая нода. Вот у нас уже есть какая-то связь, у нас получился односвязанный список. Вот, теперь, чтобы это сделать двухсвязанным списком, нам нужно, чтобы вторая нода сослалась на первую ноду. А как это делаем? Это говорим то, что предыдущий элемент у второй ноды у нас был первый. А следующий элемент является третьим. Ой, здесь ошибочка. Вот, отлично. Теперь у нас есть некое подобие того, что линкет-листа поломанного, то, что первый ссылается на второй, второй ссылается на первый, то есть второй имеет ссылку на первый, и также он как на следующий элемент ссылается на третий. Но у нас не совсем правильный linked-лист, потому что третий надо не ссылается на второй элемент, то есть не ссылается на предыдущий. Говорим previous равен второй ноде. Так, ребят, давайте здесь определимся. Есть ли какие-то вопросы по коду? Возможно, вам какие-то ключевые слова непонятны. Я их вам сейчас прямо объясню, чтобы в дальнейшем мы могли вместе с вами двигаться на одной волне. Так, отлично. Ну, я думаю, всем понятно, надеюсь. Так, и теперь, окей, мы каким-то образом создали наш linked list. У нас теперь каждый друг на друга ссылается, но вопрос, что с этими данными делать и как нам вообще по этому всему пробегаться. Мы хотим вывести, возможно, мы хотим как-то просуммировать эти данные. Давайте, исходя из прошлого примера, сделаем сумму всех элементов, которые у нас есть в linked листе. Для этого создадим переменную total, которая изначально равна нулю. Вот. И теперь простым фором, то есть простым циклом мы уже пройтись не можем. Нам количество элементов не ясно, непонятно. Поэтому здесь будет немножко посложнее, чем обычно. Мы говорим, то, что у нас есть какая-то текущая нода. Давайте, наверное, писать чистый код, и для этого напишем отдельный метод. Да, мы написали метод, который называется getSum. На вход мы ему даем ноду, которая находится во главе нашего linked листа, а в дальнейшем он уже, исходя из этой ноды, достает, перебегается, проходит по всем остальным элементам и выводит нам, возвращает какую-то сумму. Что мы для этого делаем? Для этого мы создаем какую-то переменную локальную, которую называем current, то есть текущая, и говорим то, что она ссылается на нашу голову. Вот. И мы говорим о том, то, что пока что наш current не равен null, мы продолжаем итерировать. То есть у нас будет цикл работать до тех пор, пока null не будет нулю. Отлично. Мы сейчас получили какой-то элемент. Мы говорим то, что total равен, то есть total плюс текущая нода, и у нее возьмем наше значение. Вот, окей. Тем не менее, наш цикл пока что будет выполняться вечно, и, в принципе, мне об этом не подсвечивает моя перемен, ну, как моя идея. Идея, ребят, это среда разработки, которая используется в Java. Вот. Помимо алгоритмов, сегодня я вам еще и про Java расскажу. Вот. Что мы делаем? Мы говорим то, что наша текущая нода, по которой мы итерируемся, равна node.next. И здесь давайте мы выведем сейчас он мне говорит о том, что моя программа выполняется вечно. Кто поможет мне найти ошибку в моем алгоритме? Да, но 3 автоматически ссылается на null, то что это особенности языка Java. Я не уверен насчет остальных языков. То, что каждый раз, когда мы создаем внутри класс, который ссылается на объект, И если мы ему явно не задаем какой-то объект, на который он ссылается, он будет ссылаться на null. То есть поэтому, да, вы все верно думаете. Так, отлично. Кто мне поможет сейчас найти ошибку, которая есть в моей программе? Давайте учиться читать дополнительно чужой код. Я его постарался написать наиболее понятно. То есть что мне здесь необходимо сделать в методе sum? То, что у меня, я говорю, я создаю какую-то переменную total, которая будет хранить у меня сумму всех значений, которые есть у меня в нодах. То есть это, по сути, node value. И я говорю то, что я буду по нему итерироваться до тех пор, то есть не итерироваться, проходить по нему до тех пор, пока не дойду до конца, то есть до какого-то нулевого элемента, и не увижу, что не пойму, что это у меня конец является. Давайте я вам дам, чтобы не затягивать, 2 минуты, то, чтобы постараться найти ошибку. И давайте, наверное, сокращу вам область поиска, она вот здесь находится. Ярослав, вы транслейты написали? Да. Да, все верно, Игорь, current.next. Да, и теперь таким вот образом мы проходимся по нашему linked листу. Как эта структура данных вообще применяется в продакшене? Такая структура данных на самом деле имеет очень редкое применение и имеет в себе такой нюанс, как не всегда мы понимаем то, что это является linked листом. Все знают, что такое понятие интерфейс. Я имею в виду не пользовательский интерфейс, а интерфейс в плане программного интерфейса. Угу. Ладно, ребят, на самом деле, я думаю, не буду вдаваться в Java. Проблема в том, что бывает, мы говорим о том, что мы передаем некую структуру данных, где мы можем получить IT-элемент, то есть элемент запросить по индексу. Основной, так скажем, недостаток нашего linked листа в том, что помимо того, что он чуть больше потребляет памяти, чем наш массив, так он еще и когда мы хотим запросить наш элемент по индексу, он возвращает нам, должен будет пройтись по всему списку, отсчитать там количество 3 элемента и уже 3-й элемент потом доставать. Вот. И здесь проблема в том, что linked list мы очень часто можем хотеть взять какой-то элемент по индексу. То есть это, в принципе, мне кажется, очень многие код в работе, вы захотите что-то взять, где-то какой-то элемент по индексу. Вот. Поэтому не всегда, зная о том, что вам прокинут не массив, а linked list, в дальнейшем это может вылиться вам в какие-то перформанс-проблемы. Поэтому да, лучше, как правило, используется ArrayList. То есть под ArrayList'ом я имею в виду массив. Вот, окей. Ну давайте еще попробуем пару операций поделать с этим linked list'ом, чтобы как-то закрепить материал. Давайте добавим еще одну ноду. То есть это у нас будет 4-я нода с номером 4. Вот, теперь получается, что у нас меняется в нашей программе. Меняется то, что теперь, как ссылаемся, 3-я нода по-прежнему ссылается на 2-ю ноду, но уже следующий элемент у него будет не null, а будет 4-й элемент. И node 4 должен как сослаться на предыдущий, это у него будет node 3. Отлично. Теперь давайте попробуем написать, наверное, простой метод, который будет нам возвращать ноду по ее значению. Даже не по значению, а по индексу. Что мы делаем в этот момент? Мы знаем о том, что у нас есть нода, которая является, которая является головной, и эта нода у нас начинает ссылаться на все остальные. Вот. Поэтому нам необходимо, по сути, идти, посмотреть у него, есть ли у него, нет, создать какую-то переменную count, которая будет равна нулю. И, по сути, когда наш count будет равен нашему индексу, это говорит о том, что мы пришли… Сейчас, ребят, я вас немножко запутал. Да? Мы ссылаемся на некоторую голову, дальше мы идем к следующему элементу, соответственно, увеличим наш count на 1. То есть это уже первый элемент по индексу. Нам нужен третий, окей, идем к следующему, увеличим еще на одну, это второй элемент, идем к следующему, увеличим еще раз, это третий элемент, а наш count равен индексу, соответственно, возвращаем этот элемент. Как нам пройтись по всему массиву, да так же, как мы делали и в прошлый раз. То есть абсолютно то же самое, но немножко изменяем нашу логику. То, что у нас здесь будет… count. Инкрементируем нашу переменную count. И здесь говорим то, что мы возвращаем ноду по ее индексу. Вот. А если у нас вообще ничего не получилось найти, то, скорее всего, значит, такого элемента нет, поэтому мы возвращаем null. Давайте попробуем запустить нашу программу. И, например, мы хотим взять третий элемент. Окей, попробуем запустить. Да, он нам возвращает третий элемент. Это у нас четверочка. Почему вернул четверку? Потому что начинаем мы считать с нуля, то есть это 0, это 1, это 2, это 3. Вот. Теперь стало попонятнее с линкед-листами, может еще парочку каких-то других примеров привести. Пишите, пожалуйста, в чате. Почему обращаемся к нот 1? Потому что нот 1 является головной, то есть от нее у нас идет… Да, то есть, ее даже не нот 1, а нужно назвать head. То есть это у нас голова, и уже от этой головы мы идем к нашему хвосту. Вот. Может, еще какие-то вопросы по линкед-листу? Отлично. Я рад, что… удалось донести. Так, давайте пройдем дальше к нашим слайдам. Вот. Дальше у нас идет очередь. Очередь, наверное, всем знакома, то есть все то, что аналогично, как очереди в реальной жизни. То есть если ты приходишь первый, то тебя, соответственно, обслуживают первым. Ты приходишь третьим, тебя обслуживают как третьего. Вот. Такая структура данных очень часто используется в продакшене, потому что есть какой-то ресурс, доступ к нему ограниченный, а у нас там очень много клиентов, кто хочет получить к этому доступ. Поэтому мы создаем очередь и говорим, что мы будем по очереди доставать оттуда элементы и передавать запрос на сохранение в базу данных. Вот. Таким образом мы при помощи структуры данных Q можем понятным образом создать наш код. Здесь, я думаю, ничего не понятно. Ой, все понятно, потому что структура данных достаточно простая. Есть операция у нас NQ, то, что мы добавляем наш элемент в очередь, и операция DQ, то, что мы из этой очереди элемент какой-то достаем. Вот. Стоит показывать то, как это реализовать на реальном коде, или же все и так понятно. Окей, ну я думаю, это вполне себе простая структура данных, поэтому вопросов не должно вызывать. Следующая у нас структура данных, которая идет, это стэк. Стэк применяется достаточно редко. Я, в принципе, еще в продакшн-коде, в реальном мире еще ни разу его не использовал, но, тем не менее, его будет знать его надо, потому что вас будет всегда про него спрашивать. А стэк, ее можно сравнить со стопкой тарелок. То, что вы положили тарелку, положили сверху и так далее, энное количество тарелок положите. То есть, соответственно, ни с середины, ни с начала вы не можете достать. Вы можете достать только элемент, тарелку, который находится сверху. То же самое и со стэком. То есть вы добавляете какой-то элемент, это операция push, вот вы ее добавили в начало. И потом, чтобы, если вы захотите достать какой-то снова элемент, то вы достаете только самого верха, а не можете достать там где-то с середины и так далее. Вот. Это и есть у нас структура данных, которая называется стэк. Окей, ну мы уже немножко покодили. Давайте еще немножко попрограммируем и попробуем разобраться с такой задачей, которая называется валидация скобок. В чем ее задача? Есть у нас три вида скобок. Это круглые скобки, квадратные скобки и фигурные скобки. Вот, нам нужно написать такую программу, которая будет валидировать входящие строки. То есть нам, если в строке подаются вот такого вида, то что вот у нас есть открывающая, открывающая квадратная, открывающая фигурная, и как бы они в верном порядке начинают закрываться. Невалидными называются ситуации, когда, например, вот можем предположить ситуацию, то что у нас есть, в принципе, вот здесь идет валидная, но у нас непонятно, то есть лишняя закрывающая скобка, здесь идет неверный порядок закрытие наших скобок, и здесь, в принципе, то же самое. То есть у нас открывающая скобка, которая не имеет закрывающей скобки и так далее. Так, как бы вы решили эту задачу в вашем языке? То есть какую структуру данных вы бы для этого использовали? Может, какой-то алгоритм вы можете подсказать? Давайте я вам дам 2 минуты, я думаю, будет достаточно. Да, конечно, давайте массив и список. Так, хорошо. Маленький лист заполнился, то откусывай сначала, просто их. Да, тоже как вариант решения. Окей, ребят, давайте рассмотрим, как решать эту задачу. И вот здесь я вам покажу совершенно отвратительный способ решить эту задачу. Почему отвратительный и почему так не стоит делать на ваших алгоритмических сессиях? Как я уже и говорил, то что на алгоритмических сессиях важно показать ваши навыки именно писать этот код. Нужно спросить, что будет, для чего это надо, и, возможно, какие-то ситуации вообще написать понятный код. И это один из вариантов, почему, то есть, у нас очень редко, не у нас, в смысле компании, а очень редко люди, которые занимаются профессионально олимпиадным программированием, кто получает очень множество медалей там, на областных соревнованиях, на международных вообще, возможно, это причина в том, что они не умеют писать нормальный и красивый код. Это раз. Во-вторых, они очень часто пишут сокращениями. И, как вы видите, здесь идет head++. Да, давайте предположим, что я отработал с утра и пришел, там, середина дня в пятницу, мне резко говорят о том, что нужно починить в этой программе что-то. И здесь вот у меня идет инкрементация переменной внутри скобок нашего массива. И чему будет равна эта head, совершенно непонятно. Поэтому написать понятный код – это тоже очень важно. Вот здесь у нас идет реализация стека. И здесь немножко станет сейчас запутанно. У нас вроде же как массив используется, а мы это как стеком назвали. Это раз. Во-вторых, у нас… Да, давайте теперь я начну потихоньку объяснять, что это значит у нас в алгоритме. Мы говорим о том, что мы создаем какой-то элемент стэк. Как вы помните, стэк у нас говорит о том, что мы закидываем в начало, то есть наверх, и только сверху мы можем какой-то элемент доставать. То то же самое у нас, по сути, сейчас происходит и с нашими скобками. То есть мы добавили сначала открывающую скобку, потом добавляем еще там открывающую фигуру, открывающую квадратную, там, и потом у нас приходит закрывающая скобка. Соответственно, мы должны… Давайте… А все мой курсор видят? Отлично. Да, смотрите, ребят, получается, как у нас? Мы создаем стэк, мы говорим то, что в начало стэка мы закидываем нашу круглую скобку, потом закидываем открывающую и потом фигурную. Соответственно, когда мы видим закрывающую скобку, мы достаем элемент из этого стэка, и получается, последняя скобка, которую мы закинули туда, должна быть открывающей именно такого же типа, которую мы достали закрывающую. То есть, если мы закрываем фигурную, то последнюю, которую мы закинули открывающей, должна быть тоже фигурная. И в дальнейшем таким образом мы проверяем то, что у нас является валидная строка. Вот. Почему это не будет работать, например, вот здесь? Ну, давайте пройдемся. То, что мы в стэк закинули круглую, потом квадратную, потом фигурную. Вот. Потом мы видим закрывающую скобку, и мы говорим, и достаем последний элемент, какой есть у нас из стэка. И мы говорим о том, что если у нас сейчас закрывающая квадратная, то следующая открывающая должна быть, то есть предыдущая открывающая должна быть тоже квадратная. Но у нас здесь типы не совпадают, поэтому мы говорим о том, что наша строка является невалидной. В общем-то, что вот здесь вот и происходит. То, что мы говорим о том, что окей, мы создали стэк, мы говорим то, что у нас есть какая-то голова, то есть, по сути, эта голова, она намечает нам на верхушку нашего массива. Дальше мы начинаем итерироваться по всему массиву, берем какую-то скобку, то есть char – это символьный тип данных, который позволяет нам хранить какие-то вот такие вот символы. В нашем случае это строки. И мы говорим о том, что если это, неважно какой тип открывающей скобки, то мы просто закидываем наш стэк. Мы закинули и дальше продолжаем. Давайте идти как по предыдущему примеру. То есть у нас была сначала круглая скобка, потом у нас была квадратная скобка и фигурная. Окей, теперь в нашем массиве теперь три скобки. Последний элемент, на который ссылается head, это у нас фигурная скобка. Окей, теперь давайте предположим невалидную ситуацию, когда у нас четвертый элемент в нашей строке является закрывающей, например, квадратной скобкой. Мы заходим сюда, мы проходимся по этим кейсам, у нас является открывающая фигурная, нет, квадратная, нет, круглая, нет, значит, проходим дальше. Окей, давайте теперь смотреть. У нас последнее, что сейчас конкретный элемент, это у нас фигурная скобка, нет, у нас сейчас квадратная скобка, значит, мы идем сюда. И мы говорим о том, окей, а какой сейчас элемент у нас добавлен, то есть какая последняя открывающая скобка была добавлена в нашу программу. В нашу программу была добавлена последняя, сейчас я запутался. Последняя фигурная, а сейчас у нас квадратная. Вот, поэтому здесь идет несовпадение, и мы возвращаем false. Но если мы последнюю добавляли квадратную скобку, то мы как бы дальше продолжаем выполнять, и таким образом просто проходим, если у нас соблюдены все эти условия, то это в принципе говорит о том, что наша программа, наша строка с входными данными и скобок является валидной. Окей, насколько понятно был вот этот алгоритм? Окей, хорошо, ребят, отлично. Я, потому что уже сам запутался, пока рассказывал. Какая у нас будет сложность у данного алгоритма? У данного алгоритма будет сложность ОН. Почему ОН? Потому что мы ровно один раз проходимся по всему нашему элементу массива. И дальше у нас идет также объем памяти ON. Почему ON? Потому что если у нас символ, массив символов будет содержаться только из открытых скобок, то мы должны, то есть мы будем хранить их все, соответственно, нам потребуется вот сколько у нас скобок, столько у нас и памяти будет использоваться. Вот, окей, давайте здесь сделаем небольшую паузу. Какие у вас есть вопросы касательно стека, касательно очереди? Так, я где-то видел вопрос. Разница между связанным списком и массивом. Массив у нас вот он. То есть int. И говорим то, что мы создаем наш массив на 10 элементов. Все, наш массив динамически увеличен быть не может. Чтобы его увеличить, нам придется создать еще один массив на, получается, сколько? На 11 элементов. В дальнейшем потом перекопировать все это в новый элемент и потом сказать о том, что как поменять ссылки, потому что наш array массив равен array copy. Как мы делаем copy? Да, давайте напишу быстро. Вот. И здесь мы говорим то, что наш 11 элемент равен 2. И таким образом мы делаем увеличение нашего массива. И вот здесь вот есть главная разница, то что если у нас будет намечается то, что мы будем добавлять очень-очень много элементов, но при этом непонятно, сколько мы их добавим, то здесь можно использовать linked list, потому что он совершенно спокойно расширяется. Но при этом мы упускаем такую возможность, как доступ по индексу за O1, то есть за константное какое-то время. Я ответил на ваш вопрос. Какой вариант реализации красивый? Но я думаю, здесь это уже скорее про ООП, про красивое написание кода. Если прям хочется посмотреть, то в Java есть такой тип, да, структура данных, которая называется linked list. Вот. В принципе, это и есть красивая реализация нашего linked листа. Все, окей, хорошо, понял. Про красивый вариант. Ребят, это, да, про красоту кода, это не на текущем вебинаре. Хорошо. Отлично. Вопросов больше нет. Я очень рад, что эти темы усвоились. Давайте пойдем дальше. Дальше у нас идут графы. Вот так вот посмотришь, совершенно какая-то жуть мутнейшая. И страшно вообще на это все смотреть. Какие-то x5, x1, x2. Графы простым языком это и есть наша карта. То есть здесь мы можем x6 заменить там, на какой-нибудь город, например, Москва, сказать x1 это Санкт-Петербург. И по сути, сейчас, извините, ребят, уже после часа немножко. Граф – это такая структура данных, которая делится на какие-то вершины. То есть вот здесь вот то, что мы имеем кругляшок x6 – это вершина, x1 – это тоже вершина. И то, что между ними соединяет, это является ребрами. Вот две вершины могут ссылаться на друг друга как двусвязно, то есть одна с x1 ссылается на x6, а x6 ссылается на 1. да, извините, ребята, слово совершенно вылетело. У нас граф может быть однонаправленный, то есть когда мы явно указываем направление, куда мы ссылаемся. Например, у нас вместо X6 пусть будет Санкт-Петербург, вместо X1 пусть будет Москва. Это говорит о том, что у нас самолет летает только из Санкт-Петербурга в Москву. Он назад никогда у нас не летает. И, в принципе, у нас рейсы только такие. Вот, когда он двунаправленный, это говорит о том, что он может туда полететь, там какое-то время постоять и еще обратно вернуться. Это называется у нас двунаправленный граф. А также есть ненаправленные графы, то есть это говорит о том, что не то, что не направленные. Двунаправленные графы, они, как правило, помечаются без каких-либо стрелок, говорящие о том, что мы как из одной вершины можем идти в другую вершину и из этой же вершины вернуться обратно. Вот. И, в принципе, вот это вот все, этого достаточно знать. Разумеется, это очень большая и тяжелая математическая теория. До сих пор ведутся научные работы, научные исследования того, как лучше писать алгоритмы на графах. Есть очень много сложных алгоритмов того, как работать. Это алгоритм совершенно вылетело все. Извините, ребят, из-за нервов повылетало все. Ведется, на самом деле, до сих пор научные работы по изучению того, что такое графы, но какие-то базовые алгоритмы по нахождению кратчайшего пути, по нахождению всех вершин, по тому, как пройтись по всему этому графу, у нас уже есть существующие алгоритмы, поэтому на базе этих алгоритмов вы уже можете строить какие-то свои решения задач. Окей, дальше у нас в каком-то образе можно сказать, что частный пример графа – это деревья. Деревья говорят о том, что у нас есть какой-то предок, и он ссылается на два каких-то чайла. То есть, на два чайла, ребята, извините, слово забыл. Вот, таким образом и образует некую структуру, похожую на деревья. Вот, в данном случае у нас имеется бинарное дерево, которое говорит о том, что все, что у нас находится слева, это... Не, да, это у нас простое дерево, это у нас не бинарное дерево. Вот. Все похожая структура у нас является деревьями. Вот. Таким образом можно создать объект Renode в вашем языке, что у нас есть некое значение, у нас есть левая нода, у нас есть правая нода. Вот. И давайте, наверное, рассмотрим сейчас один из популярных способов пройтись по дереву, это при помощи алгоритма поиска в ширину. Сокращенно на английском называется BFS. У нас есть некий root, то есть самая вершина нашего дерева. Мы для этого создали некую очередь, чтобы пройтись по этому дереву. В дальнейшем мы закидываем этот root в нашу очередь и говорим о том, что в наш result мы будем складывать все элементы по порядку. То есть в нашем случае 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть послойно все туда будем складывать. Что для этого мы делаем? Мы для этого добавляем наш root в нашу очередь. Так, ребята, извините, я тут... Да, немножко напутал. Да, root – это корень нашего дерева, ребят. То есть сейчас. В нашем случае это нулевой элемент. Нулевой элемент, откуда начинается все наше дерево. Так, здесь у меня немножко невалидный код. Давайте попробуем написать сами. Создадим класс, который будет называться StreamNode. Говорим, что у нас есть некоторое значение. И у нас есть также ребенок, который находится справа. И у нас есть некоторый ребенок, который находится слева. Отлично. Как мы это все дело заполняем? Давайте скажем, что у нас есть root. у нас есть root, зададим его как 0, и в дальнейшем еще добавим два элемента, это node 1 и node 2. Это у нас будет 1, и это у нас будет 2. Вот. Как вы можете заметить, то, что node 1 не имеет никаких детей, не имеет никаких чайлдов, поэтому он является листком. И node 2 также является листком. Вот root у нас является родителем, так как он ссылается на node 1 и на node 2. А каким образом ссылаемся? Очень похожим образом, как мы делаем это в linked листе. То есть root left равен node 1. А также у нас есть root right, который ссылается на node 2. Окей, а теперь давайте попробуем пройтись послойно по всему нашему дереву, используя алгоритм BFS. Мы также передаем на вход какой-то root. Вот. И что нам для этого надо? Нам для этого понадобится либо очередь, либо стэк. И использование либо очереди, либо стэка в корне меняет наш алгоритм. Давайте попробуем использовать стэк, и что у нас получится. Закидываем наш root. Ой, в наш стэк закидываем корневой элемент и говорим то, что мы будем создаем цикл о том, то, что пока наш стэк не пустой, мы будем продолжать что-то делать. И здесь мы что делаем? Мы говорим стэк pop. А операция pop говорит о том, то, что мы достаем наш элемент, который находится в самом верху. Создадим нашу коллекцию, структуру данных, куда мы будем сохранять наши результаты. Вот. И что мы делаем дальше? Дальше мы говорим, если у тебя есть потомок, который находится справа, то есть проверяем мы это таким образом, то, что он не является нулевым. И если там кто-то есть, то добавь его обратно в стэк. И то же самое мы делаем с левым ребенком, с левым чайлдом. И теперь давайте попробуем вывести то, что у нас находится в листе. Так, давайте здесь я напишу простой цикл. Окей, давайте пробовать запускать. Ага, здесь у нас ошибочки. Да, отлично. У нас наш код вывел 0. И здесь я вас, ребят, немножко обманул, потому что при использовании стека у нас будет не поиск не в ширину, а в глубину. То есть что это значит? Сейчас вы видите слайды мои? Окей, да. У нас есть два подхода. Это поиск в ширину и поиск в глубину. Поиск в глубину говорит о том, что мы сначала идем 0, потом мы идем 1, потом мы идем 3, потом мы идем 7. Поиск в ширину, он наоборот, то, что мы сначала идем 0, потом идем в 1, потом идем в 2, потом идем, то есть как только обошли этот слой, уже идем на следующий слой. Потом начинаем 3, 4, 5, 6, и как только проходим третий слой, уже переходим сидя получается, в четвертый слой, значит, 7, 8, 9, 10 и так далее. Вот таким образом и отличаются вот два этих подхода, потому что у нас есть поиск в глубину и поиск в ширину. Здесь у нас это DFS, то, что мы ищем в глубину при использовании стека. И да, ребят, спасибо за подсказку, то, что здесь у нас не равно null, а не равно null. То, что когда у нас есть там следующий элемент, то, пожалуйста, отобрази его. Да, давайте немножко подправим наш вывод. Да, то, что, как мы видим, у нас есть 0. Наше дерево выглядит приблизительно следующим образом. То, что у нас есть 0. А здесь у нас 1, и здесь у нас 2. Вот, это у нас то, что DFS. Как из этого сделать поиск в ширину? Это на самом деле очень просто. Берем этот же метод, копируем его, ну, переименовываем, вот, и просто стек заменяем на Q. Ну, естественно, да, ребят. Вот, ребят, получаем уже поиск не в глубину, а получаем поиск в ширину. Давайте добавим еще немножко данных, чтобы было попонятнее, ну, чтобы было нагляднее, что мы вводим. Так, что я сейчас делаю? У нас, как вы видите, у нас есть некая root, то есть корень. У него есть child, который находится слева. И для этого child, который находится слева, мы еще дополнительно создаем пару нод. Зачем мы это делаем? Чтобы в будущем было понятнее, как отрабатывать два этих алгоритма. Вот. Окей, мы создали для него левого. Давайте создадим теперь правого. Вот. И то же самое мы делаем для нашей второй ноды. Достаточно здесь поменять. Хорошо, давайте проверим то, как мы создали наше дерево. То есть у нас есть корень, создали левый child, все правильно. Далее этому левому чайлду мы еще создаем два потомка. Это not1 left. Здесь все правильно. Далее идет, создаем потомка, который находится справа. Здесь также все правильно. Для второго создаем второго потомка для нашего корня. Для второго потомка создаем потомка, который находится слева. Здесь мы сделали ошибку. Ну, я сделал ошибку. Вот, и также здесь для наглядности, я думаю, стоит поменять. Отлично. И давайте посмотрим, как наш алгоритм отработает. Давайте еще немножко добавим форматирование. Так, отлично. И теперь у нас два алгоритма вывели совершенно разные вещи. Давайте смотреть, приводить в удобочитаемый, человекочитаемый вид, что мы потом добавляли в наше дерево. Окей, мы добавили левую ноду, которая называется здесь 3. Вот, и мы также добавили к нему правую ноду 4. Далее ко второй ноде мы добавили две ноды. Одна называется 5, другая 6. Вот. И тем не менее мы здесь немножко совершаем ошибку. А, ну да. Да, вот. Таким образом мы и видим то, что каким, как наши алгоритмы отрабатывают. То есть у нас есть BFS. И у нас есть DFS. Да, видите то, что 0, 1, 3, потом 4. Это вот он идет в глубину и отрабатывает. Вот, и у нас также есть BFS. Вот он сначала один слой вывел, а потом вывел следующий слой. Вот так вот два эти алгоритма отличаются. Есть ли какие-то вопросы по обходу в ширину и обходу в глубину? Хорошо, ребят. Ну, вот так вот мы сегодня прошли с вами, что такое алгоритмы. У нас получился не просто вебинар, я думал, что это будет вебинар, но у нас получился такой воркшоп, где мы вместе с вами попытались покодить, что-то поделать, решать какие-то задачи. Заодно подучили, что такое Java, разобрались с коллекциями немножко. Вот теперь у вас, так, помимо того, что вы немножко знаете об алгоритмах, так вы еще и видели, как программировать нужно на Java. Вот, теперь стоит у вас, наверное, вопрос, как это все мне дальше развиваться, с чего начинать. На самом деле, как я уже говорил до этого, нужно просто беречь задачу, пытаетесь ее решить, у вас ничего не получается, идете, смотрите решение, понимаете это решение, дальше, как скажем, там, через час-два снова пытаетесь решить задачу уже сознанием того, как решить эту задачу, и вот так вот раз 200-300. И таким образом вы уже начинаете замечать какие-то паттерны, какие-то общие подходы и методы действия, которые применяются для решения задач. На самом деле их немного, и уже там прорешав 50 задач, у вас уже будет очень хорошее понимание того, как эти все алгоритмы работают. Сайты, которые я могу посоветовать для решения, это LeetCode, HackerRank, ACMP, CodeForces и CodeChef. Вот, на самом деле они все между собой более-менее похожи, но единственное, прошу, наверное, внимание обращать на то, что есть сайты, знаете, они прям для олимпиадчиков, и там очень сложные какие-то задачи, которые очень часто связаны с математикой. Вот такие задачи решать не надо. На самом деле образцово-показательные задачи являются на LeetCode. Прорешайте там задач на 50, и это вам даст уже очень хорошее понимание того, что такое алгоритмы, и поможет вам проходить алгоритмические сессии. Вот, ну на этом у меня все. Спасибо всем тем, кто пришел. какие-то, может, у вас есть вопросы, сейчас мы можем обратно вернуться к каким-то примерам и уже более подробно их рассмотреть, если вы где-то их недопоняли. Ребята, меня слышно? Может, они... Да, Алексей, спасибо, мне очень приятно. Хорошо, видимо, вопросов нет. Очень рад еще раз, что вы пришли. Всем пока-пока. Не забывайте развивать свои алгоритмические навыки. Да, запись, конечно, будет. Да, ребят, запись будет, но я не советую смотреть этот вебинар в записи, потому что весь его смысл в том, что мы вот прям здесь в реальном времени вместе с вами сотрудничаем. Вместо меня я бы посоветовал послушать, есть очень много качественных материалов, которые написаны и сделаны с какими-то очень хорошим аудио и видеоматериалом, поэтому пересматривать этот вебинар я совершенно не советую. Вот лучше посмотрите других разработчиков, другие видео, именно чтобы получить взгляд с другой стороны. Вот. Ну, наш вебинар очень-очень сильно затянулся. Вот. Еще раз спасибо всем, что пришли. Всем пока-пока и хороших выходных.